Ребята, всем привет! Ну что, первый дачный ролик в этом сезоне. Что-то мы маленько припозднились, и видите, вот в начале мая только открываем дачный сезон. Хотя можно было и в апреле. В апреле стояла прекрасная погода, пару-тройку дней, но мы их не успели, так сказать, подхватить и поехать на Фазенту. Все заняты были, но лучше поздно, чем никогда. Ну что, Лёля в деле. Лёля радуется, да? Лёля, на дачу мы едем, на дачу, ядрёныч. Вот, ну что, ребята, желаю вам хорошего просмотра. Я очень рад. Вчера замариновал шашлычок, так что сегодня мы будем жарить вечерочком. Ну и дел там всяких разных моря. Ребят, сразу лайчоночка, если не жалко. Ну и еще раз хорошего просмотра. Ну и ссылка на телеграм в описании к этому видео. Ну и. Да, вот будет лето, поеду на дачу, в руки лопату и everybody, как говорится. Юху! Главное, под дорога-то какая у меня беспробочная, что очень порядочно. Здравствуйте, прибыли. Здорово. Я через дальний кордон шел. Молодец. Здорово. А вы что, спали, что ли? Да. Вот занимаемся. Вот привез. Кресло привез. Значит, оттуда сюда, да? Да. Ну что? Наконец-то, да? Наконец-то мы доехали на дачу, Идрюнс. Что-то мы поздновато, но ничего, лучше... Нормально, да? Ух, ё-моё. Ну что, заборы все на месте? Не все, да? Ну вот это гнилая, да, доска? Вот эту надо же менять ей, вот. А? Надо, по идее, делать. В расперды пошли. Ты будешь равнять, да? А я уезжаю сейчас, я посмотрю. Шаурмочки. Вот видишь вот эту кучку? Перетаскаешь вот сюда. Это что такое? Навоз? Земля с навоз. Земля и навоз. Мангальная на месте. Ну вот так вот. Здравствуй, дача. Травы-то откуда столько, да? Ёхарный бабай, надо же. Столько травы. Она должна быть после 9-го только. Так. Ладно. Нормально. Ой, соскучился тоже, ребят. Прям сил нету моих. Так, ну что, заходим. Лёля, ты уже здесь? Лёля уже здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Приехал. Здравствуйте. Приехал, да. Здравствуйте. Оп, свет работает. Мы уже здесь все в работе. Ну что? Все новенького. Да. Самое главное, нет мышей. Нету, да? Не пахнет. Ну вот, для меня это, конечно, это. Я всегда, когда мы приезжаем, сначала запускаю кого-нибудь, чтобы там посмотрели, как на мышей. Вот, а потом уже иду сама. А здесь вот даже не пахнет. Не заходили. Ну, хорошо. Да. Вот надо было Кузьку-то куда привозить. Но ему тяжело бы 2 часа ежика вестись. Да. Вроде бы сегодня такой этот день, не должно быть пробок. Все равно пробки. Да он Лёлю вырвала, она приехала. Да. Вот, ну что, начинаем новый дачный сезон. Начинаем, да. Сначала поработаем. Кто хорошо работает, тот хорошо кушает. Сегодня будет шашлык. Вот я замариновал шашлычок, вон там он куриный. Кушать я буду хорошо, а вы будете смотреть. А тут, кстати, вот откройте, какой тут. Деревянный. Сейчас переложу. Велюровый. Да. Велюровый. Видишь, я как делаю. Опа, в один пакет, потом во второй. А в третий? Я его послойно мариновал. Послойно.
Ой, как красиво, да. Глянь. Ой, а какой запах. По ГОСТу. Лучок. Сейчас сюда. Вот ну что, ребята, ну вот так вот, потихонечку, помаленечку. Да, начинаем наш дачный сезон. Доскребли до лета, Эдрюн. Ну что, ребят, не успел я приехать на дачу. Мы сразу удочки в багажник и на рыбалку, да? И сразу на рыбалку, Эдрюныч. В магазин, потому что того не купили, этого не купили. А вроде бы, казалось, все купили. Но это стандартно. Тут все магазины работают до 4. Здравствуйте. Здравствуйте. Прибыли. Ой, вы приехали? Да, сегодня первый день. Здравствуйте. Чебуречки с мясом, 310 рублей. Так, там минералочки надо. Вот на это даже не смотрим. Мы взяли упаковочку мороженое. Курабье. Порядочно. 4 штучки. Я Лойдину еду забыл. Собрал, блин, и забыл. Сухой корм. И такой, сухой, и не сухой. Чапи, да? Знаешь, что непривычно? Не спросили на кассе, у вас карта магазина есть? Ну как в этих лентах в Диксе спрашивают, карта у вас есть магазина? Есть. Тебе не дали еще такую бы карту? Нормальный магазин, Юрий. Так, ну вот такой у нас обед, хотя похож на завтрак. Быстрый обед, да? Мне кажется, это просто холодно было, может. Телевизор у нас не включался. Телевизор, да. Мама не починила. Да, я починила, я на все руки мастер. А я тут починила. Календарь? Вот этот починила. Этот нет. Календарь тоже надо починить. На 23-й переправить. Да. Приятного аппетита. После обеда вообще положено отдыхать. Вот мы сейчас отдохнем, да, маленько? Ты говоришь, по 50 килограмм. Да ну, не по 50, Аня, не может быть такого. Да это тебе полчаса делов. Полчаса делов тебе. Да? Ну. Да ладно, не тронь, не тронь. Блин, она еще сырая. Ну, а так хотел. А как ты хотел? Все по чесноку. Подожди, дай я. Чеснок. А как ты хотел? Все по чесноку. Ух, ё-моё. Нет, 3 многовато, многовато. А я вот нюхаю каждый этот мешок. Нюхаю, где навоз, где земля, нюхаю. И навоз, и земля надо распределять. Не, а как? Ну вы подскажите, как узнать, где тут навоз, а где земля. Так, так скажу. Куда? Я думаю, что навоз, наверное, где завязан на бантик, а земля... На где на узел, да? Не, ну можно подписать как-то было тогда. Я не знаю, как не знаю. Букву. Они нам накидали вот так. Ну и все, будете методом пронюхивания теперь определять. Да-да, не удивляйтесь. Да, Лёля? О, Лёля уже в деле, да? А вот определились. Определились, свой, чужой. Вот как навоз выглядит. Он комочками такими, да? Комкуется. Навоз коричневый, а земля черная. Вот так вот, да-да. Вот увидишь мужика с пустым ведром, это значит к банкротству. С полным к деньгам. У меня наполовину. Нам много не надо, Ядрёныч. Так, немножко на хлебушек. Так. Вот у нас еще здесь не разобрано ничего. Вот сейчас водичка не подключена, сейчас включим Майдадыр. Кого? Майдадыр.
чтобы хоть посудку помыть. Правильно. Попить тоже можно. Попить, а? Ну вот тебя напоим. 15 лет мне где-то этим штанам, да? Да. Ну вот. Нет, поменьше, чуток. 10 где-то, 10 же есть? 11. Вот это показатель. Если ты через 11 лет одеваешь штаны, и они тебе впору, значит, форма соблюдена. Ну да. И вот эта докторша, которая говорит, у вас лишний вес чувствуется. Где он у меня чувствуется? Живот убери. Вот. Вот я делаю, вот. Оп! Не сломай. И ты так сделаешь? Ну-ка, давай ты. А ты меня потом поднимешь? Домкрат возьмем. Давай, взяли, подняли. Во-во-во-во-во-во. Так, аккуратно, аккуратно. Идем, а я говорю, это дача, маленькая жизнь, маленькая Турция. Что-то я думаю, поеду я лучше в Турцию, Ядрёна. Ага. Поеду я лучше в Турцию, с вашей дачей. Вон, смотри, это валяется. Чего? Снимаю. Пуха засовывать, берушек. Ваша, наверное, мама. Это пуля. В Турцию уеду от вас. Илья. О, так? Второй идет. Второй пошел. Чуть. А это там, да? Ту лавочку надо красить. Да ладно, это. Кто ж ты? Вот. Как будто и не вот уезжали, да? Вот уже и да. Так? Да, трава по колено. Как уезжали, столько было, столько и сейчас. Траву-то покосим. Вот тебе 2 мая. Разве было столько травы когда-нибудь в это время? Что-то прям чересчур в этом году. Нет. Батя тоже что-то тягает. Да, вот. Бочечку. Под спирт, да? Да, под чистый. Только чистый спирт. Под спирт, порядочно. Давай. Вот видишь, я тебе какое кресло привез модное. Ну что, это? А я себе, знаешь, что бать решил это? Мокасины буду брать. Да. Под джинсы. Ага. Мы с тобой, помнишь, ездили в ТЦ-шку? Вот я туда поеду, наверное, вот, буду брать. Иди покатайся. Мокасины. Мокасины буду брать себе. Я не, у меня никогда не было мокасины. Я тебе сейчас принесу. Не надо, дачные ваши. Дачные ваши. Спасибо, мне вон ребята написали, какие лучше. Ну что, как говорится, вечер подкатил незаметно, да? Перворазный. Ой, батя, смотри, аккуратно, не задохнись, Дрян. Перворазный шашлык на даче в этом году. Угли забыли купить все. И я забыл купить, и батя. Ну ладно. Благо дровишки еще имеются. Дровишки еще имеются. И это порядочно. На дачу прям с утра сегодня. Прям как чувствует. Я только начал барсиков подготавливать. Это, ну, не сколько, 3 дня будут одни. Корму им это насыпать, там тарелки доставать дополнительные, ДТ сокращенно, дополнительные тарелки. И Лёля прям увидела, говорит, о! Да, Лёля, скажи, на даче, да? Там дача любит. Дача любит, да? Любишь дачу? Дачу любишь? Да? Ты чего, она прям на всех парах сюда. Любит, любит. Любит, любит, но молчит. А я шашлык-то мариновал по ГОСТовскому рецепту. 50 грамм уксусу, 50 грамм воды. Черный перчик горошком. 50 грамм спирта? 50 грамм пивка. Нормально. Лавровый листик, Ядрёна. Да. Шашлык хороший. И уголек. Да. И с дымком это, приправу. Не, я сделал. Сейчас ты вспомнишь детство, молодость свою. Не в детстве, и детство, и молодость по советскому рецепту. Да. Кусочки какие знатные, да? Да. Вот она рука, трехразрядная, 3-й разряд, повар. Ай, балаболка. А что, баб Тамара, баб Маша, да, работали же поварихами? Конечно. В ресторане. А вот я в них. В них. В обоих сразу. Ага. Смотри, какие кусочки ровненькие, прям как на подбор. Да.
Это как это, реклама. Душистый. Ой, какие у вас кусочки ровные. Да, квадратные. А у меня ромбиками. Да. Ромбические. Вот здесь ты что-то намудрил. Леха. Это большому куску рот радуется. А? Вода не желтеет в колодце, да, это хорошо. Ну, ну вот, в прошлом году почистили. Чего ты стоишь, повторяешь? Ну, чтоб слышно было на камеру, что мама не говорит. В прошлом году, говорит, воду почистили, в этом не желтеет. Ну и не только шейка представлена, также и курочка. Я вот голеня тоже замариновал. По фирменному рецепту. По русско-китайскому. По измайловскому. Да. Ну, красота. Красотинушка. Запах какой, да? Какой запах идет? В камеру не передается. Жалко. Или наоборот, хорошо. Если передался бы, то все, ребята, сейчас бы захлебнулись слюной. Ребята и девчата. Ой, красиво. Красиво. Ну вот и наступил вечер, наступил ужин, да? Водичка. Приготовлю, ну, конечно. Ты квас будешь? Или квас? Не, я буду водичку. А ты чего? Я тоже. Чего тоже? Тоже водичку. Ну вот у нас такой скромный ужин, да? Да, чем Бог послал. Да. Черкизовский чем... мясокомбинат чем послал. Да, ну. Вот. У нас представлено, вот, ну, представлено. Представлено, конечно. Так и надо говорить. Представлено. Вот, у нас что? У нас картошечка. Картошечка. С грибочками. Я прям грибочки на картошечку. Это жареные? Да, жареные. С это, а с... что за грибочки? Опяты? Шампиньончики. А, порядочно. Да, да, опята, шампиньон. Вот. А, у нас здесь вот крабовые палочки фаршированные. На сыре, да? На сыре. Крабов жизненно. Да. Ну и вот салатик, и еще салатик. Морковка. Еще по-корейски, да? По-корейски, да. Это скорее. Так что просто поужинать, да. Открыть сезон. Да, ну, вот. Всем, кто кушает, желаем приятного, да, приятного аппетита. И зеленушка, да? Ну да, укропчик, вот, чесночок. Я зелень всегда тоже добавляю, это, ну, полезная, ой, штука. Ой. Это полезная штука для здоровья, зелень, там витамин. Шашлычок первый в этом году, посмотрите, да, какой красивый. Красивый, красивый. А вкусный, обалдеть. А это? А по соли как? По соли, ну, нормально все. Ненормально? Не нормально? Нормально. Нормально, да? Не, это... Но вот самое главное, я переживаю всегда по соли. Кетчуп. Кетчуп сейчас дам. Самодельный, да? Да. Два раза делали сами. Приятного аппетита. Да, приятного аппетита, если вы тоже кушаете. Спасибо. Ура! Спасибо. Ну что, ребята, следующий день погоды нас не радует. Ветер сильный, дождик еще такой мелкий. Батя в зимней куртке. Мама. С добрым утром. Уже день во все у нас. А погода не наладится никак. Ну, что вы тут делаете? Косточки обрабатывают. Угу. Землю сейчас. Навозом посыпем. Надо. Навозом, но потом. Сейчас не надо. Так, а мы сейчас это воду надо, будем водой заниматься. Носим. Улыбочку. Скважина не работает ни хрена, да? Приходится. Ну да. Собрать. Она у нас заилилась. Вот видите, как у нас какая конструкция. Вот. А вот черная смородинка. Посмотрите тоже, сколько будет ягодок. Должно быть много в этом году. Надо бы обрезать. О, обрезать. Вот она, видишь, прицепила. Оторви ее на. Ну, просто так никогда не бывает у нас. Правильно? Правильно. Сломался штуцер. Вот так вот я откручиваю. Он уже пошел. Открутил, что ли? Вот, да. О, блин, да не то, что мне штаны, они как раз, они мне уже спадают даже, представляешь? То есть я с каждым годом все худее и худее становлюсь. Надо же.
потому что спортом занимаюсь. Стройней, а не худей. Под невесту готовлюсь. Да. Что можно? Тройник. Вот такой. Переходник. Тройник, переходник и прокладку. Прокладку надо? И прокладку, Идрин. А, кстати, может быть, и этого маловато даже. Земли. Да вообще мало. Я уже тоже посмотрел на грядке. Мало земли. Сейчас пока под кустики, пока клумбы. Там и на грядке-то ничего не останется. А нам еще землю немножко надо выровнять. Земля, она черная, черноплодка, да. А навоз коричневый. Да? Ты уже тоже посмотрел? А нам в подарок 7 мешков навоза дали. Правильно, его, наверное, никто не берет. Говорит, что нам везти, говорит, его назад, что ли? Давайте, давайте, говорит, мы вам подарим. Москву отведете, цветы. Чего-чего? А навоз мне еще не дарили. Это к деньгам. Знаете, да. Так, ну вот, водичка пошла вроде. Ну, теперь можно и поесть, да? Да, сейчас. Есть, пора. Да, сейчас разогреем все вчерашнее. Что у нас со вчерашнего банкета осталось? Алёля говорит, а что у вас со вчерашнего осталось? Смотрите, тоже воду я дал. Ну вот. Все, жизнь налаживается. Налаживается. Потихонечку, помаленечку. По зернышку, по семечку. Все будет. Так, ну что, продолжается наш дачный отдых, да? Ну, да. Отдыхаем. Выравниваем грядки. Теперь у нас расползлись, да. Распердовала. Доски прогнили, которые держат. Для души, да? Для души и тела. Да. Приедешь домой, ляжешь на диван и будешь трое суток лежать. Хрящ как хрякнет. Хрящ как хрякнет. Ну, хрящ-то не должен хрякнуть, но мышцы о себе знать дадут. Да это ладно, тебе тренажер. Это тебе не на тренажерах пресс качать. Мамань тоже, глядя на меня, да? Косилочку. Ну да. Микрокосилочку. Я маленькая. Это я, чтобы мои цветочки не затронули. Маленькая я обкашу, а травку пускай Алексей косит. Алексей Михайлович. Да. Да, Лёля. А Лёля контролирует процесс. Да, Лёля? Валёля. Лёля кайфует на даче. Да? На даче. Что-то, ребята, я думал, мы в этом ролике за водой не поедем. Я был неправ, да? Мечтать не вредно. Это мы, получается, в данном видео окупили весь дачный сезон. Все показали. Да нет, ребята, еще не все. Еще будут и рыбалки, и все много. И мангалки. И мангалы. И рыбалки, и мангалки. Ой, закат красивый, а? Красота. Воздух свежий, да? Вот ты вышка говорил, вот это, да. Про эту вышку говорил. Да. Ну, интернетная. Да у нас что-то интернет совсем плохой тут. В который раз? В этом году первый. Колодец.
посмотрим красоту. Как мне нравится вот этот водопадик. Господи, спаси и сохрани. Дай нам всем здоровья и счастья. Блин, ну ничего не видно, ну ладно, вот, докосил, добрая работа. Добрый, ты меня, батька, зови, мужик Леха от Сахи. Ага. Леха, мужик от Сахи. Ладно, завтра посмотрим. Быстро время летит, да, на даче? А, что, ой, как быстро. В делах, в заботах. Ну, в хлопотах, в работах. Ну что, дачный ужин, представляете? Да, да, все. На сегодня все закончилось у нас, все полевые работы. Вот. Хрящи все полузаклинитые. Да. Готовить некогда было. Но зато настроение. Вот, так, настроение, да, у нас очень хорошее, очень. Вчерашняя то, курочка. Да, все, все, что это самое. Слушай, а какой цвет красивый, вообще обалденный, да? Ну. Это вот я, ребят... Ну, я вам маринадик это покажу в другой раз. Да. Очень вкусный маринад. Я сейчас вот подогревала в микроволновке. Запах вообще обалденный. Да, потому что да я вон. Костром. Вот из того забора я чувствовал запах. Да? Да-да, понятно. Не удивляйтесь. Не, я костром прожег. Видишь? Ну, хорошо. Ага. Ну, всем, кто кушает, приятного аппетита опять же. Опять же. Вот и сырок. Почему имеем право. Ну, что, ребят, третий день. И это заключительный нашего отдыха. Отдыха, да. Третий день. Отдохнули от души и от сердца. Да. Я сегодня уезжаю. Работа, барсики, кварплата. Да. Вот, ну чего вы тут? Я вот клубнику сейчас поливаю удобренцем. Навозом? Нет, не навозом. Специально для клубники. И немножко эту золы. Навозом надо раньше. Навозом сейчас будем. Все навозом поливали. Под деревья поливать. Навоз надарили. Куда деваться-то? Дареному навозу в зубы не смотрят. Придется. Так бы, может, не стало ничего. А теперь раз уж куда его девать. Да. Вот я покосил. Вот я покосил, слышь? Слышал. Слышь, дядя Миш. Слышь, дядя Миш, видишь, я покосил. Видишь, покосил. Посмотрите, у дяди Миш какую футболку уже надел-то. Ага. Болен рыбалкой. Отказываюсь лечиться. Скоро поедем. Ну вот так вот, ребят. Но самое главное, знаешь что, то, что мы воду, да, это ой, без да. приключений подключили. Да. Без воды, ни туда, ни сюда. Обычно потому, что мы едем еще в запчасти, ой, в эти, в хозтовары что-то да. докупать, покупать, ядрынуть. Каждый год. Ну. А в этом году, в общем, полдня, и как бы мы с водой. Полдня делов, да. В том году мы ездили покупать вообще новый насос. Насос покупали, да. Ой, вообще, конечно, дача очень это... Выгоднее на курорт съездить, наверное, чем на даче отдохнуть. Как скажут манские, дача хуяча. Нельзя ругаться. Осуждаем, осуждаем, осуждаем. Мы делаем борозду вот такую. Вот, покажите. Мама, покажите борозду. А выкапываю я вот пробовал продольный делать и поперечный. Думаю, как вот проще, или поперечный, или продольный.
Батя, ты как, продольный или поперечный больше? Ага. Ну вот и я тоже продольный. Вот, ну вот и так и делаем. А для чего вы это делаете, вы сказали? А я не знаю. Меня тут держат в заложниках. Меня Бальсик там ждет. Шаурмочка меня ждет, палатка. А самое главное то, что Sony PlayStation меня заждался. А меня тут держат в заложниках. Делай то, делай это. За тарелку суп работаешь. У меня PlayStation там. Щей наварила тебе. Вот сейчас скопаешь, пойдешь. Надоели щи, мама ваши. Хочется килечки балтийской. Щи мамины кушать. А то все свои-свои. Ну, да, а то все свои-свои щи. О. О, птички, слышите? Трещит, да? Вот трещат птички. Вон они. Прям стайка у нас здесь летает. Прям красивые. Стая белых голубей, на-на-на. Они не просто так, это, наверное, какие-нибудь сороки их гоняют. Вот я вот, я видишь, и так и у так. Нас в этом году вот птичек мы кормили вот здесь. Вот у нас кормушечка, у нас всегда птичек много прилетало. В этом году придется нам это дело оставить. Наш котик Барсик. Мурзик у вас. Ой, да. Барсик это наш. Мурзик приноровился ловить птичек. Хоть ни одной не задушил. Да, и причем хватает их как-то это самое, выслеживает и домой несет. Говорит, в клеточку спасай, живет в клеточку. И причем вот позапрошлый год сидел просто на них смотрел. Весь год прошлый, вот... прям вот не подходил к ним, просто сидел, смотрел. А за неделю до того, как уезжать, он решил охоту открыть. Он захотел себе домой в Москву взять. Наверное. Вот, так что в этом году птичек надо где-то в другом месте кормить. Вон там, в лесу. То есть в чем концепция, да? Мы деревянные колышки меняем на пластиковые. Углепластик, да? Углепластиковые. Потому что деревянный все поломаны. Начальник, вот начальник. Я руководитель, я не начальник. Нет, начальники другие? Начальник вот. Ты какой руководитель, посредственный или непосредственный? Посредственный. Надо быть непосредственным. Вот. Вот сколько сделал. Вот так вот обойдите, вот. Чтобы показать, как я. Сколько работы еще предстоит. Вот видите, какая сложная и вот так вот операция. Сюда. Иди, забивай стол. А что я-то? Тебя снимаю, ты забивай. Ну, меня и тебя поснимаю. Потом засыпем и с обратной стороны так же. Да? Аккуратней, яблоньку не задень. Не, ну а что, потом засыпем и все, и будет нормально. Да, и будет у нас все окей. Сразу-то нельзя было так сделать. Yeah. Сразу у нас кто делал? Наемные рабочие. А им лишь бы быстрее деньги содрать да убежать. А самим теперь переделывать приходится. Вот так вот. Скупой платит дважды. Да, Алексей, согласна. Ну, решили еще усилить вот такими планками, чтобы же наверняка, да? Ну. Так, тихо. Так я делаю. Покамести. Когда-нибудь мы купим новые и красивые, да? Да. И гламурные. Обязательно купим. Чуток маленько. Подождем и купим новые. А покамести и эти послужат, да? Ну. Вот и на черные. Пенсионерам прибавят. А? Пенсионерам прибавят. Это каленка у меня. Это саморезы каленка. Каленка. Ага. Пенсионерам прибавят, да. Да, вам пенсионерам, да. Сколько не дай, вам все мало. Вам все мало, вам сколько не прибавляй, пенсионерам. Так.
Ну что, вроде нормально получилось. Да, Лёля. Лёль, домой поедем в Москву разгонять тоску. Нормально, да, вроде получилось? Но это вековушка. Это вековушка навек. Это теперь навек, да? Следующие жизни. На японские. То, что временно, ох, надолго. То, что временно, я беременна, Эдрин. Чего? Самоделка будет убирать. Да нормально. Сезон походит. Ну, поработали. Теперь есть пора, да? Да. Есть пора. О, какие щи, дачные щи. Это из кастрюли, не из мультиварки. Хоть этот помощи. Хоть рот полощи. На говядине. На тушенке. Или на тушенке. На тушенке. А, кстати, на тушенке самый вкусный, особенно на даче, да? На даче, да. Всем, кто кушает, желаем приятного аппетита. Мама, ну, наверное, на этом мы и закончим наш дачный влог. Да. Я еду в Москву. Не разгонять, а нагонять тоску, наоборот. Потому что, честно сказать, прямо и уезжать не хочется. Ну, хорошо, хоть молодец, поработал здесь, нам помог. Так нормально, что все, для себя стараемся. Все, начинаем жить. Лето живем на даче. Лето — это маленькая жизнь. Да. Ну, всем пока. Всем пока. Пока-пока. Ну, а, ребята, закончу я вложик уже дома в московской квартире. Посмотрим. Просто некоторые волнуются, как там барсики. Я же их оставляю. Ну, да. Как раз вам покажу. Ну, все. Дача, до свидания. Будьте здоровы. Живить богато, да? Ешьте щи. Дачные. Да-да, не удивляйтесь. Ну вот, я уже дома. Барсик меня встречает. Барсик! А, каток? Соскучился, сынок, каток? И Алиса, да. Ну вот я им оставляю вот так вот. Две воды и сухого корма. Много. О, ну и, конечно, такого тоже им насыпаю. Накладываю перед выездом. Три пачки делю на две тарелки. И хватает. Да, в общем-то, еще бы денек продержались, нефиг делать. Но я им с запасом. Всего на даче хорошо. Блин, и не скажешь, что дома лучше, потому что на даче реально хорошо, и даже на даче лучше. Тут такая, знаете, какая-то серость, тоска какая-то, бытовуха. Так что, ребята, подписывайтесь на наш модный канал, устанавливайте лайчонка, заходите на стримы, канал Лёха Хомяков, этот, если что, канал называется Лёха Хомяков Лайв. Кстати, это первое видео на данном канале про дачу, все остальные были на канале Лёха Хомяков. Ну и до встречи, спасибо за просмотр. Всего вам хорошего, ребята. Пока-пока.